Продолжается у нас битва тура Краснодар-ЦСКА. Пока что армейский коллектив ведет в счете 2-1. Фернандес с мячом. Березуцкий. Еременко. Ошибается в передаче. Янджейчик. Мамаев с мячом. Отдал на Ари. Березуцкий хорош в отборе. Вернул пас на Тошича. Тошич делает пас назад на Василия Березуцкого. Игнашевич. Щенников. Щенников. Мамаев перехват сделал, но Думбия был тут как тут и мяч отобрал. Вернблом. Полит Краснодар. Итак, следует навес. Гранквист выносит мяч. Вернул, подхватил. Березуцкий на Загоева. Думбия в штрафную входит. Загоев пробивает выше ворот. Синицын устанавливает мяч. И выбивает его. Щенников завладел мячом. Мяч уже у Дзагоева. Дзагоев. Пас на Думбию. Думбия. Пас на Дзагоева. Синицын выронил мяч. Но потом его все-таки забрал. Ари. Сбрасывать в никуда. Аут за боковой гости будут вбрасывать. Щенников. Игнашевич. Муса. Мяч снова у Игнашевича. Пас на Акинфеева. Фернандес. Березуцкий. Еременко. Неточный пас. Ахмедов завладел мячом. Газинский. Взаимная команд ошибка. Муса. Думбия уже ждет пас от Загоева. Да, Думбия его не дождался. Ахмедов. Пас на Мамаева. Эх, не доходит пас до Ари. Думбия. Думбия. Муса с мячом. Идет по правому флангу. Навес. Штрафную. Едва сейчас счет не становится 3-1. Опасная была атака ЦСКА. Бибарс Натло выходит на поле. И меняет он Понтуса Вернблума. За 25 минут до окончания этой игры. Так, Синицын выбивает мяч по центру. Ари. Смолов. Отобрали мяч у Смолова. Муса понесся вперед. Думбия. Думбия. Попал в Гранквиста. Тошич. Назад на Дзагоева. Еременко! Итак, остается у нас 20 минут до конца матча. ЦСКА впереди. Проигрывает краснодарская команда. Миланов. Миланов. Подача в штрафную. Но это, конечно, в руки Синицыну. Жазиньо.
Натха падает. Нарушение со стороны Ари. Навес Игнашевичем. Еджейчик выносит мяч из штрафной. Но мяч летает в аут и снова достается армейцам. Хернандес на Думбию. Думбия сбросил головой на Загоева. Загоев навешивает. Смолов. Газинский. Отобрал мяч Загоев у Газинского. Загоев попятился назад. Отдал на Березуцкого. Газинский отобрал мяч у Березуцкого. Арис! Ари! Нужно забивать! Так, Ари мяч отобрал. Газинский. Мамаев. Пас назад. Петров. Неточно сделал передачу. Акинфеев. Загоев. Тошич. Фернандес. Думбия. Забегает Фернандес. Навес неточный. Марио. Ари. Отпасовывает назад на Инджейчика. Смолов. Ари. Газинский. Мамаев. Ахмедов. Пас на Мамаева. И Ари. Как он сейчас промахивается. 100% голевой момент. Загубил сейчас Ари. А ведь команда проигрывает. И до конца осталось 3 минуты всего лишь. Акинфеев на Игнашевича и Еременко. Перевод направо. Фернандес. Длиннющий заброс налево. Миланов выиграл борьбу на Еременко, но Еременко сделал неточный пас. Перехватили мяч армейцы. Думбия. Пас на Тошича. Снова мяч у Думбия. Натха пробивает. Все, 90 минут матча истекли. 2 минуты добавил судья. Загоев, пас на Натху. Фернандес. Владеют сейчас мячом армейцы. Фернандес. Похоже, это все для краснодарского коллектива. Да! Краснодар, ЦСКА! ЦСКА в гостях побеждает Краснодар со счетом 2-1. Также, дорогие друзья, не забываем переходить по ссылочке в описании на сайт Китая Разрулева, о котором я упоминал в начале матча. Ну а с вами был Time Games, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем до следующего, уже последнего матча Локомотив-Зенит.